Привет, котики и кошечки. Продолжаем Learning Factory и будем радовать котов. Так, на чем мы остановились? Значит, во-первых, у нас тут вот во второй магазин железо пошло. Тут все хорошо. Здесь у нас хлопок и железо, и тут прям вот все прекрасно, замечательно, коты довольны. Здесь у нас ткани, клубочки. Кстати, ткань прям неплохо пошла. С клубочками дела обстоят хуже, да, потому что у нас... Ну, кстати, хлопок пошел, так что сейчас и клубки, я думаю, пойдут, будут поступать в продажу. Спасибо за ваши комментарии, я знала, что игрушка вам зайдет. Действительно залипательная. Кстати, писали, да, по поводу того, что котосортировщик наш сортирует только один вид котов, то есть он отбирает вот здесь котов-инженеров, отправляет их направо, а всех остальных налево. Но я придумала, как мы можем дальше сортировать котов. Мы можем продлевать линию транспортера и ставить сюда еще один котосортировщик, и тогда уже другой вид пойдет там куда-нибудь направо и налево. Скорее всего, направо, потому что слева у нас водица. И на воде, конечно, строить будет сложно. То есть, наверное, куда-то вот сюда будем расширяться. Либо вниз, может быть. Так, давайте смотреть, что мы будем делать сегодня. Во-первых, я хочу подземное оптоволокно проложить. И давайте вспомним... Ну, пожалуйста, вспомни. О, ты чего? О, спасибо. Значит, что нам для этого нужно? Что у нас вообще сейчас исследуется? Вертикальный кабель у нас исследуется как раз, который позволит прокладывать кабель под землей. Так что все у нас хорошо. А, но он у нас не исследуется, потому что не исследуется. В общем, код его не исследует. Потому что денег у нас нет. А денег у нас 4 монетки. Сейчас все пойдет. Сейчас запустим, все будет. Давайте теперь посмотрим сразу еще по статистике, что у нас хотят коты. Значит, обычные коты хотят еще коробки в первый магазин. А здесь мы... Здесь хотят медь, инженеры хотят медь, но мы, наверное, начнем с коробок, чтобы удовлетворять прям вот выше спрос обычных котов. Мне непонятно, почему вот здесь ничего нет, по идее, или у них сразу запрос со второго уровня. Вот, потом уже будем медь, у нас еще появились клер-коты. Они хотят клубочки и когтеточку. Мы ими займемся, наверное, попозже. Потому что в целом они клубочки пока получают в магазине для обычных котов. Пусть так и будет. А потом сделаем для них отдельный, наверное, магазин. И есть еще кот среднего класса. Ему тоже нужна когтеточка. Вот надо решить, конечно, с когтеточками и с клубочками. То есть еще один, если магазин для клубков ставить, то у нас хлопка-то особо здесь и нет. Можно сделать хитрее, например, потому что ну, тут хлопка как раз только на эти два магазина. Давайте сейчас мы посмотрим, кто вот клер-кот, да, хочешь ты тоже клубочки. Мы для... и когтеточку. То есть мы для тебя, для клеркотов, можем сделать отдельный магазинчик. Как раз, например, вот здесь котосортировщик пустить. Кстати, а у нас склад-то... О, у нас новые чертежи появились, да? Где новенький простой перекресток и многоуровневое схождение. Ух ты, а ну-ка покажи. Это, наверное, под землю, да, будет уходить. Ладно. А тут что? В рюкзаке что-то новое появилось. Ну ладно. Я хотела вот что посмотреть. Производство. Вот новое. Сборщик когтеточек мы изучили. А, склад меня интересует. Очень интересует склад. Он у нас пока не появился, да? Сейчас я тут все проклацаю. Котоврата, оптический кабель, трансформинг, да. А где у нас склад? Вот, он будет третьим. Сейчас вертикальный кабель, манипулятор и потом склад. Ну ладно, пусть изучается. А мы как раз вот этот кабель
допустим, под землей, и вот здесь можно, например, ну, можно вот здесь, да, построить еще один магазин и пустить сюда клубочки. Для того, чтобы пустить сюда клубочки, нам как раз где-нибудь вот здесь можем организовать еще одно поле с хлопком. Почему бы и нет, да? Когда да. Сюда у нас в этот магазин сколько товара? 2 поступает. Еще может быть 2 товара. Надо так придумать, чтобы ничего нам не мешало. Медь. Медь у нас, кстати, далеко. И давайте, знаете, что посмотрим. Вот медь, она у нас делается... А, она же прямо из залежи поступает. Слушайте, так а мы можем обеспечить вот этим котам медь? Давайте с этого и начнем. Где-то вот здесь у нас... Да, вот здесь у нас медь, и нам бы сейчас, как мы можем провести, тут везде вода. Нам, получается, вот здесь нужно сделать мосты. Давайте этим и займемся для начала. В общем, все, цели определены. Сейчас подводим медь к этому магазину, потом высаживаем новое поле хлопка и строим еще один магазин для флеркотов. Погнали, снимаем с паузы, пусть оно там все работает. Так, а мы сделаем мост. Один, второй и третий. Сейчас посмотрим, как это будет работать. Так, транспортер. Да, тянуть, конечно, далеко. Очень, очень далеко. Так, давай ты вот сюда, наверное, вот так. Так, 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 вот так. Вот эту мечку мы заберем. Куда вывалилась? Так, вот это... Оно же должно через мост? Да, все отлично. А через... Ой, куда стоям была? Вот это мы тоже забираем. Так, а через кабель... А, идет, но тогда кабель, да, прерывает. Вот это фигня. Слушайте, ну у нас все равно он не подключен. Не подключен. И пока у нас... Так, а вот интересно, для... Это мы выучим, чтобы кабель оптический у нас под землей был, да? А транспортеры подземные это у нас есть. Сплиттер, манипулятор, магазин, котосортировщик. А, вот, туннель. А туннель-то мы изучили. Давайте попробуем, как это работает. Кстати, точно, нам еще надо будет магазин изучить. И мы для, например, построим как раз третий. И для наших первых котов уже построим магазин не фиксированных цен, а обычных, чтобы там это все регулировать. Так, тогда кабель обратно сюда. И туннель у нас есть. Вот как ты... Подожди. Как ты работаешь? Вот как-то вот... Так. Так, это туннель. Туннель — это вертикальный транспортер. А, вертикальный. Который доставляет предметы под землю и обратно. Внизу вы можете построить линии транспортеров и другие логистические машины. Воспользуйтесь гибридным режимом для более комфортной навигации. После того, как линия будет построена, разместите выходной туннель на другом конце, чтобы вернуть предмет на поверхность. Все, понял, принял, осознал. Вот это я глупость сделала, мы сейчас уберем. Тебя мы тоже сейчас вот так пока уберем. Здесь у нас будет кабля. И теперь давайте... Так, что мы, где мы? Вот здесь мы делаем туннельку. Ну, как в факторке. Вот так. Раз туннель. Да, ты же у тебя вот здесь выход. И, допустим, вот так 2 туннель. Вот. Теперь мы тебя вот так вот соединяем. О, вертикальный кабель у нас. Но я все равно хочу сделать туннель, чисто попробовать. Сейчас мы просто попробуем. Так, получается... Наверное, я неправильно, да, фигню сделала? Он не соединяется. А ну-ка. А как ты? А вот так? И так не соединяешься. Ну-ка. Вот, под землей. Да, медь ушла под землю. Соответственно, мы делаем вот
Так. О, поехала. Вот, смотрите, классно. Но она сюда не выходит. А почему ты сюда не выходишь? А должна. Но она выходит. Так, это ты сюда спускаешься. Ну и должна, по идее, подниматься. Может быть, я как-то неправильно... А, потом... Все, я поняла. Мы вот так вот это убираем. И, например... Вот так, если здесь ставим. Да, это вниз, а это наверх. Вот, точно. И тогда здесь выходит все. Входит и выходит. Замечательно входит. Да, все, классно. Смотрите, есть туннельчик. Так. И теперь эти. Да, замечательно. Все. А, нам нужно... Вот, мы можем... Да, прям сюда и можем. Сейчас мы закажем... Не того мы закажем. Мы закажем... Чего мы? Где мы? Когда мы? Вот здесь мы. Так, мне нужно... Слава богу, железо есть. Давайте произведем... Так, 10, 25. Вот так пока. Вот. И теперь мы тебя... Я бы хотела подвести, наверное, вот сюда. Хотя можно и вот так сверху сделать красиво. Так, давай. Насколько тебя хватит? Ой! Вот это вот вечно. Да, оно будет долго, конечно, доставлять. Но что поделать? Залежей больше нет. Так. Манипулятор у нас исследовался. Классно. Так. Ой. Да что ж ты будешь делать? Я теперь все нажимаю, что нужно и не нужно. Так. Берем железо вот здесь немножечко. Нам очень... Нам нужнее. Так что поделятся. Так. Давайте транспортеры. Оп. И... Опачки. Все, медька пошла. Пошла красивая. А что ты тут не застряла? Так, не понимат. Почему ты застряла вот здесь? Ты ж сюда идешь. А что наверх ты не поднимаешься? А, потому что тут нет этого одного. Вот так. Вот, теперь... Во! То-то же. Все, пошла меч, пошла родимая. Классно. Так, у нас тут теперь исследуется... Что у нас исследуется? Исследуется склад. Замечательно. Деньгов не хватает, как обычно, но ничего. Сейчас у нас пойдут деньги, медь будет поступать, и все будет замечательно. Вот. Отлично. Так, тут у нас все есть. Сейчас все будут туда. Это самый успешный магазин. Надо его, наверное, сначала менять. Так, а здесь у нас, ну, в целом тоже в наличии есть. Мало, конечно, но что поделать. Клубочки идут. Давайте теперь с кабелем разберемся. Мы, получается, вот это сейчас удалим. Да. А что нам требуется на... Так, а ты тут что... Ага, ладно. Что нам требуется на подземный кабель? Ты оптический кабель просто. Так, а нам нужен... Где-то у меня новенькая логистика. Логистика. Вот, вертикальный кабель, манипулятор. Так, для вертикального нужен оптический. Класс. Мы сейчас берем. Я кабель буду под землей прокладывать. Мне так больше нравится. Не люблю, когда вот эти лишние кабеля. Знаете, когда в этих... Ой. Во всяких там городостроях. Электричество. Вот эти все провода. Не люблю. Так. Что мы... Здесь пока туннель пусть будет. Понятно, что он тут уже не нужен. Ну, как бы, чтобы был. Вот, да. Мы потом, если что, это дело уберем. Тем более, явно, когда будем открывать второй магазин, нам туннельки понадобятся. Так. Вот. Давайте делать. Что мы будем делать? Мы будем делать вертикальный кабель. И сделаем тебя прям много. Ой!
Стопешечка, а почему? Требуется оптический кабель? Иметь требуется? А, нет. У меня просто оптического нет. Все хорошо. Да? Даже? Ну да, получается, для этого нужно иметь. Все правильно. Давайте посмотрим, как ты у нас Вот фигня, я, наверное, сделала глупость. Он, скорее всего, работает так же, как и вот этот подземный туннель. Наверное, ты его опускаешь и там выводишь. А я тут понаделала. Давайте почитаем. Коты, здания, ну это вот, вертикальный кабель. Позволяет вам, ну, скорее всего, да, и соединять раз... Да, через это соединение оптический кабель можно провести под землю и обратно. Вот это фигня. Ну ладно, будут у нас кабеляшки. Так, допустим, мы тебя вот сюда. Вот так получается, да? Но его как будто бы не надо. Ну-ка. Да. Ой, а тут тоже, блин, под землей еще вот это вот все тут регулировать. Обалдеть. Так, мы давайте сразу заберем, почистим, пока можем. Блин. И об этом я как-то не подумала. Тогда мы, да, ладно, фигня. Тогда сделаем обычный, потому что под землей-то там тоже сильно... Не сделать. Как бы быть, я хотела все проложить под землей. Вот здесь, например, выход сделать и все. Ну, ладно, давайте попробуем. Так, давай, ты сюда, значит. Ты прям тут зелененький. Может, тебе так и надо? Ну ладно. Так, и будешь у нас. А, ты прям рядом тут неподходящий биом тебе. Так, и... Бля, какой... Вот сюда получается. Вот. И теперь под землей можно кабель проложить. Но нам нужна медь. А с медью у нас не так уж, чтобы и хорошо. Сколько у нас, кстати, денег? У нас денег 63. То есть склад, да, сейчас исследуется? Склад — это хорошо. Давайте посмотрим еще залежь меди. Мне бы медь очень нужна бы на самом деле. Тут железа прям много, а меди я не вижу. Я бы просто ее в склад собирала на всякие производства. Что-то бы шло на продажу, а что-то на производство. Но пока, если честно, вот прям не вижу. Сейчас походим. Это ты кто? Лесопилка. Ля, иди сюда ко мне, лесопилка. По-моему, она еще и нормальная, да? Мы, кстати, тоже ее изучили, но все равно нормальная. Так, остров марсохода. Блин, сколько же здесь этого... Хлопка. О, а, залежи железа. Ладно. Хлопка прям очень много. Это хорошо. Так, это кто? Медный самородок. Забираем. Сейчас должно насыпать с него меди хорошо. Да. Сколько? 15. Так, давай. Берем. Пока так. Мне бы... Интересно, а под землей, может быть, тоже есть медь? Вообще, наверное, вряд ли. Ну, а вдруг? А вдруг? На Ковальцево. О, это другая уже территория. Как интересно. Это что-то другое. Ближнее Рубилово. Воу. Прикольно. Деревеньки. Зона 52. Так. Сейчас мы все тут... Хлопка очень много. Мы будем вот отсюда, наверное, росточки переносить на новое поле. Ну, смотрите, доход в секунду увеличивается. Это хорошо. Это очень хорошо. Руины кошачьего магазина мы тебя забираем, потому что с этого тоже падает хранилище данных. Забираем все себе, все в дом. Вот это тоже мы сейчас все это дело соберем. Почистим как раз карту заодно. Вот манипуляторы у нас тут даже есть. Так, тут все собрали, самородочки. О, котоврата еще одни. Идите сюда, мои хорошие. Супер. Ты кот.
И кота забрала. Так, тройной сплиттер, хранилище данных. Хлопковая долина. Хлопковая долина. Блин. Откройте мне доступ в Хлопковую долину. Ранчо Грампи. Коробочково. Ленивцево. Ой, хочу в Ленивцево. Хотеть. Это прям моя станция. Так. Ну и чего? Игдей. Залежи железа. Хеви метальцево. Хорош. Так, росточки сразу соберу. А есть у меня мост? Дайте мне мост еще один, пожалуйста. Сделаю 5 мосточков. Вот чтобы вот сюда... А, все, я уже так пройду. Пройду, да. Слушайте, железа много где? Медь. Вот еще залежи железа. Хлопковая долина опять. Ближняя Рубилова. А там была дальняя, да? Так. Колбасовка. Вот это я понимаю. Малый грузовой док. Прикольно. Сейчас мы тут... О, медные самородочки. Ну, хотя бы их соберем. Медь нам очень-очень нужна. Хотя бы нам хватит... Склад завершен. Склад — это замечательно. Пусть денежки пока покопятся. А нет, хотя пусть не копятся. Давай, изучай магазин. Исследовать нам нужен. О, смотрите, уже 1,88. Мы растем. Да, надо будет строить инженерам уже магазин с товарами, где мы будем сами регулировать цены. А не вот это вот... Ой, дешевка. Что-то я лишнее удалила. Блин, смотрите, как много залежи железа. С медью вообще прям беда. А я на карте, может быть, могу глянуть? Вообще, могу я глянуть? Кстати, особняк лорда Мурберского. Так, я вот здесь, да? Ага, она так не приближается. Линза жил и портов. Во, смотрите, что я нашла. Твою дивизию. Ну, спасибо. Да, спасибо, что показали. Угу. Короче, залежи меди у меня вот только вот, пожалуйста. В одном месте. Это нам пока все недоступно. Да, желез, пожалуйста. Золотая жила. Вообще нет ни одной. Самоцветиков. Молочный ледник. О. И кисельные берега. Торговый порт. Да. Ну ладно, зато мы нашли много самородков. И вот это вот еще сейчас все заберем. Походим. Так, бежим тогда обратно. Блин. Расстроилась я. Очень сильно. Ну, да, я же... О, еще можно было побольше. Вот залежи меди. Ну да, вот. А что это такое? Непонятно. Ладно, все, идем. Выпейте воды. Прервитесь. А, о, классная игра напоминает о том, что надо прерваться, отойти от экрана и немножечко, в общем, не все же время сидеть за компьютером. Вот это классно, прям как мои часы. Говорят, встаньте и походите. Так, этап пройден. Доступна новая глава истории. Ой, серьезно? Давайте, во-первых, и склад. Так, этап пройден. Капитализм. А, кстати, где... Ага. Капитализм. Разблокирует депозит, который позволяет откладывать часть прибыли на различные нужды. Ух ты, загляните в рюкзак, чтобы получить доступ к депозиту. Как известно человечеству, всем специалистам по данным хорошо платят, даже если это коты. Поэтому вам понадобится много котомонет, чтобы исследования не останавливались. Слава науке! Класс! Смотрите, у нас... А, так, новая сюжетная глава. А тут уже все. Вот, у нас, во-первых, магазинчик, да, в котором можем устанавливать цены.
чтобы зарабатывать больше денег. Только за прилавком стоит робот, товары продают только котам. Операторы-человеки все еще обязаны регулировать цены и контролировать товарооборот. Хорошо. Да, смотри, как много у меня тут уже всего. Интересно, оно может прям на весь экран? Вот, смотрите, мы до следующей главы дошли. И следующая будет таверна и общага. Ой, мы сможем нанимать ученых. История. А вот, кстати, наша история. Вот. Ну-ка. Что-то он тут изучает такой. 1101. Так, много данных памяти. Помогите. Много данных. Да, это я. Каждый отчетный период. Вот, один в один. Так, ищет он. Ищет и, собственно, как нанять? Нанять, да? Котов. Да, как нанять котов? Вот, видно, объявление опубликовало. Ищу кота. О, должны быть усы, лапы, хвост. Обязательные документы для заключения котодоговора. Так, пошел поиск везде. Вот, все, понятно, призывает. Так, и чего у нас в депозит? Говорят, вот депозит, пожалуйста. У нас 117 монеток уже. Оборотные средства, максимальный депозит 1 000 000. Но это мы можем редактировать. Угу. Оборотные средства. Так, и мы можем... А, прям надо сейчас... Ну, пусть будет 1 000 000, чего ты хочешь. Как это работает? Можете зарезервировать часть денег, чтобы они не тратились автоматически на текущие исследования. Это прикольно. Полезно, если хотите накопить на найм элитного кота-исследователя или на другие улучшения. Установите доли распределения с помощью ползунка. Окей, то есть мы можем... Но я пока вот не хочу. Можно перевод на депозит половина. Все, перевод с депозита. А можно я пока не буду пользоваться депозитом? Прям... Во, все, я вот это хотела. А то он мне тут понаоткрывал. Да, можно перевести в копилочку. А можно настроить, чтобы сразу часть денежков в копилку шли. Ну пусть будет... сколько? 1/9. Вот так получается. 1/10, точнее. Господи. 9 частей туда, да, 1 часть, все, 1/10 пусть идет. Ну, понемножечку. Нам пока копить не на что. Так, на чем мы остановились? Мне нужна была зачем-то медь. Вот, я хотела медь, наверное, для оптического кабеля, точно. Нам нужно сделать оптический кабель. И у меня меди, кстати, ого, нормально нам хватит, хорошо прогулялись. Так, давай мы сделаем сразу... Вот как-нибудь так. И погнали тогда. Получается, вот. А как мне знать-то? Так не нравится мне. Подожди. Мне так не нравится. Я же должна видеть, куда вести. То есть я... Блин, как сложно. Получается, вот так. Какой-то можно было режим включать. Мне вот писали же. Игра, в смысле, писала. Где-то вертикальный кабель. Нет, туннель. О, кстати, есть идеи по схеме. Ну вот у нас почти такая. Вот, нажмите Tab. А еще было... О, вот можно, кстати, менять его направление. Так, как-то говорилось что-то, по-моему... Во, Ctrl-Alt, точно. И я могу... О, как интересно. И я могу видеть... А что я могу видеть? Ну, это я могу подземные видеть, правильно? Вот он здесь построен. А мне надо наоборот. А, ну хотя вот здесь вот будет понятненько. Ясненько, понятненько.
Так, сюда ты вот. И давай вот так получается. Попробуем. Так, вот это ты вот сюда. Вот это вот сюда. И ну-ка. Ля, глаз-алмаз, только не хватило. А так глаз-алмаз, конечно, да. Так, давай мне еще кабели. Кабелин мне, пожалуйста. Во, есть. Получено достижение. Все идет по плану. Так. Ну-ка. А, это я, конечно, молодец. Ну-ка, вот так надо сделать. О, магазин подключился. Достижение. Все идет по плану. Разместите здание по чертежу. У нас новые чертежики появились. Новые чертежики, да, появились? Вы появились? Да. Малый буфер. Длинный буфер. Сбалансированный загрузчик, бесшовный разгрузчик. Вау, как прикольно. Это с манипуляторами в склады. О, вот это, кстати, классное. Ой, мне нравится. Я все хочу строить. Так, и немножечко. Один кабель мы проложили. Теперь надо еще один, и тогда дальше будем заниматься нашими... Так, что у нас здесь? Здесь у нас все отлично, даже и с медью отлично. Здесь у нас, как обычно, с клубочками проблема. Даже с тканью нет такой проблемы, как с клубочками. Ткань даже уже не помещается. А что ж такое? Смотрите, тут... Ты плохо растешь. Что не так? Неужели третий... Ну... Сейчас здесь, кстати, очереди нет. Но сейчас будет урожай и будет очередь. То есть третий клубкодел ставить точно смысла нет. Ну, в любом случае, в наличии есть уже хорошо. Кстати, в комментариях написали, что клубкодел — это бабушки. Так, как бы нам теперь вот это соединить? Потому что... Почему что? Потому что здесь у меня, блин, все так... Плотненько, очень плотненько. А мы ведь можем сделать как? Мы можем вот здесь, да, и отсюда прям проложить. А тут мосты строятся? Нет, не строятся. Ну ладно. Так, допустим, ты будешь выходить вот сюда. Да, через верх тебя потянем. Так, сейчас мы включим вот эту сетоньку. Ну да, я, наверное, могу тебя через верх, да, ты потянуть. Вот здесь оно, ну, чуть-чуть. Вот сюда. И вот так. Опять нет, не хватать. Не хватат. Давай так, так. Ну, давай сразу 20 сделаем. Вот так, так и... Опачки. Огонь. Должно быть огонь. И вот сюда раз, и два. О, все пофиолетовел. Вечно выбираю сложные слова. Все, огонь. Теперь у нас эти магазины все подключены. Класс. Сделали. Давайте дальше разбираться. У инженеров мы, получается... Давайте вообще посмотрим на наши потребности. Да, смотрите, инженеры вообще полностью довольны. По идее, уже пирамидка должна скоро увеличиваться. У нас недовольны обычные котики. У нас даже клер-котики почти довольны, потому что они пряжу свою получают. Ну а... Коты среднего класса. Ну, подождите пока. Так, коробки нам нужно начать производить, поставлять в этот магазин, а потом займемся апгрейдом вот этого, чтобы заменить его уже на магазин любых цен. Нужных нам цен. Вот так. Значит, что мы можем сделать? Во-первых, давайте посмотрим цепочку производства. Коробки. Коробки у нас делаются из древесины. Да. Значит, нам нужна что? Лесопилка, которая у нас, кстати, есть. Которая будет нам дерево рубить. А потом
Коробка дел нам будет коробка делать. Все хорошо. Так, кстати, торговый передатчик. Я так понимаю, это если что-то находится очень далеко. Да, я прям вот все вперед и вперед. А если что-то находится очень далеко, то, наверное, он туда как бы передает. Можно, кстати, склад построить. Склад, например, у нас вот здесь, смотрите. У нас вот это поле вечно... Тут, блин, хлопка дофига. Мы можем поставить, например, сюда. Вот сюда склад, манипулятор. Сюда будет у нас складывать манипулятор хлопок. И мы можем даже разделить, да. Будет часть в магазин идти, часть в склад. И будем, например... Вот, можно поставлять резервный хлопок вот сюда. Так, ладно, у меня идея за идеей. Мне все хочется делать. Давайте с коробками. Все, не трогаем. Пока работает, не трогай. Если работает, все, не трогаем, да. Потом Но идея, кстати, хорошая. Вы ее запомните, потому что я могу забыть к концу видео, если не успею сделать. Вы мне потом в комментариях напомните. Так, что нам нужно? Вот, лесопилка. Лесопилка у нас тут где-то была, мы ее заберем. Вот, лесопилочка у нас есть. Кстати, а сколько у нас деньгов на депозит? 29 уже. Хорош, мы молодцы. Так, лесопилка у нас есть. Значит, мы, во-первых, должны сделать коробка дел. У нас нет же здесь коробка дела. Хранилище, кабель, котоврата. О, у нас есть два обычных, да, магазина? Кстати, да, даже получается не надо ничего. Это же они... Да, так, склад, магазин. Да, два штука у нас имеется. Вообще замечательно. Грузовой док, котосортировщик, сплиттер, сплиттер, склад. Ну да, манипулятор длинный, обычный сплиттер-транспортер. Тогда нам нужен депроизводство. Вот, нужен короб... Нет, это ткацкий станок. Где и коробка дел? Так, есть когтеточка. Кстати, да, ладно. Лесопилка. А мы не изучали коробка дел, что ли? А ну-ка, пойдем посмотрим. Да, мы не изучали. Давай изучай скорее. Коробка дел нам очень нужен. Так, лаборатория, спальное место. Мы до этого дойдем. Кстати, пока изучается... Вот мост, а это удобрение. Блин, нам очень нужно удобрение для хлопкового поля. Это секрет. Так, ладно, изучается коробка дел. А вот когтеточки у нас уже есть. Ладно, а кто у нас требует когтеточки? Клеркоты. Это им нужен новый магазин. Новый магазин. Да, я хотела посадить здесь еще одно поле. Так, ну коробки мы будем делать здесь, поэтому пока все нормально. Здесь вот интересно мне. У нас же можно... Давайте пока построим вот обычный магазин для инженеров. Заменим. Так, сейчас мы сделаем, чтобы вот было безболезненно. Они сюда вообще не ездят. Понятно, почему тут все стоит. Смотрите, инженеров почти нет. Обычные котейки. Вот, блин. Так, ну давайте сейчас попробуем заменить. Интересно, все внутри. Сейчас я проверю. Вот, все внутри должно. Да, все, оно мне досталось. Хорошечно. Так, и теперь вот обычный магазин. Вот так мы тебя обставим. Давай. Так. И мы, естественно, вот сюда. Надо было, наверное, всю не брать. Половинку. Да, блин. Подожди. Что ты меня так... Давай. А почему ты не делишься? Прости меня, пожалуйста. Можно же было. Нет, вот это делится. А медь не делится. Ну и пожалуйста.
А железо... Нет. Ну, короче, ладно. Так. Нужны коты и товары, чтобы назначить цены. Следуйте, постройте умный магазин. Ух ты, потом будет умный магазин. Чтобы разблокировать установку цен при помощи машинного обучения. И дополнительный класс будет. И ишечка у нас. Так. Ну, а пока вот... Ждем. То есть пойдут первые, наверное, коты, и там уже будет все настроено. Ладно, значит, нужно сюда. Потому что, смотрите, сюда обычные прям идут очень хорошо. А, ладно, ладно, ладно. Нужно сделать же для третьей, да. У нас обычные коты. Коробки. Ну, коробки все мы изучаем, поэтому окей. Давайте думать насчет третьего магазина. Можно в целом? А чё? Почему бы и нет? Стоям было. Давай. Мы сейчас вот так сделаем. Тебя уберем. А тебя... Почему нет-то? Так. И мы... Значит, у нас что здесь были? Клубочки и тканька. Ну да. Вот, теперь можно установить цены. Так, подожди, мы только назовем. А как у нас там назывался тот магазин? А они прям с названиями? Блин. Так. Буду так. Для... Ну нет. Для котов. Вот. Дальше. А ты у нас для инженеров. Правильно? Правильно, для инженеров. Все. О, и здесь можно установить цены. Кто-то уже приходил. Ну, давай. Так, как это делается? Установить цены. За хлопком пока никто не приходил, поэтому копится. За железом. Так, это все. Подожди, я не хотел на тебя нажимать. Верни мне обратно. Железо. Да, блин. Блинский блин. Так, вот сюда, наверное. А, два. Это типа очень маленькая, наверное, да? Потому что зелененькая. Это, скорее всего, типа низкая. Или наоборот, хорошая, кстати, о птичках. Давайте, как это работает. Увеличить, уменьшить. Вот, зеленые и красные треугольники обозначают минимальную, и максимальную цену для этого товара. Понятно. Ну, давайте... По два сделаем, и хорошо будет. Пусть у них будет все по два пока. Хотя меди меньше, пусть будет три. Медь три, железо два. Потому что железо у нас больше. Вот, мне кажется, логично. Погнали. И посмотрим, будут они, интересно, покупать. Смотрите, медь берут. Берут. А они, интересно, довольны или нет? Вы довольны? Ну, они, наверное, довольны, потому что есть то, что они хотят. Ну и классно, а у нас зато деньгов будет больше. Вон уже как пошло. Супер. Так, получаем награду, во-первых. Теперь здесь. Установить цены. Можно прям вообще для... Если ты бедный котик, тебе подешевле. Если ты богатый... Ну, это как, знаете, в магазины в разных районах. Так, ну мы так делать не будем. Давайте что давайте? Давайте вот как сделаем. Клубочки, ну у нас их сейчас, кстати, много. Пусть ткань будет три, а клубочки по два. Вот, нормально. Два и три. Все хорошо. Вот. Да. Замечательно. Сейчас деньги польются рукой. Рекой. От лапок. Не от рук, а от лапок. Так. Что? У нас там... Как там? Ты очень медленно работаешь. Ты знаешь, друг? Тебе точно нужен помощник. Нам для этого нужна... Наверное, лаборатория. Не знаю. А, кстати, что у нас здесь? Да, давай потом ты лабораторию исследуешь. Вот так. Хорошо, пока мы ждем
коробка дел. Давайте тогда все-таки построим третий магазин для наших вот этих клеркотов. Итак, клубочки пряжи и когтеточка. По поводу клубочков пряжи. В целом мы можем брать, не строить, ну, точнее, не высаживать новое поле. А у нас здесь хлопок берут довольно-таки мало, и он вот здесь копится. Мы можем отсюда разделять и, допустим, здесь поставить какой-нибудь склад. И еще один клубкодел, например. Да, почему бы и нет. То есть вот здесь организовать будет сюда же хлопок. Но я бы, кстати, все равно вот эту вот яблоньку, во-первых, снесла. Все равно бы, наверное, поле бы посадила, пока оно там вырастет, правда? Вот, почему бы и нет. Может быть, и да. Если где-нибудь вот здесь поле маленькое такое организовать, а сколько нужно? Тебе нужно 3 на 5, да? То есть, допустим, вот здесь, вот так вот, вот здесь оставить маленькую. Да мы можем, наверное, и посадить. А есть сколько у меня? У меня вот так. 3 хлопка, 3 росточка. Давайте вот так сделаем. Или не надо? Да надо. Нам хлопок все равно понадобится, да? У нас... Что нам еще нужно? Нам нужно будет когтеточка. А когтеточка у нас из чего делается? Вон. И хлопок, железо, дерево. Да, все, хлопок нам по-любому нужен. Тогда сначала засеем поля. Все, да, решила. Но будем... Вот я вам тычу пальцем в экран. Надеюсь, что вы увидите. Вот, но отсюда все равно будем забирать. Просто куда-нибудь сверху будем забирать. В склад, например. А может быть тогда... Ну, вот эти, ну, вот до сюда дойдет у нас поле, да. Ну да, можно вот здесь склад организовать, и оно куда-нибудь сюда пойдет. Все нормально. Делаем поле. Так, а для этого мне нужны росточки хлопка. И сколько? Значит, 3 на 5, 15. А у меня 3, еще 12 штучек надо. 2. А нужно 12. А интересно. А, ну тут такого, да, не будет точно. Мы же, кстати... А, это можно покупать? Серьезно? Воу! Слушайте, я как ребенок, я каждый раз удивляюсь, потому что... Ой, я была права, это под землей лава, как в детстве. Вот, то есть мы можем это дело покупать, и тогда у нас все будет классно. И здесь написано, так, залежи хлопок... Самородок яблоньки, плодородная почва, подземный океан, мелко... Блин, так, прям мысли крутятся в моей голове, коровы. А здесь что? Здесь, наверное, леса, да, много? Руины. Вот про лес, кстати, ну, яблоньки. Ну, яблоньки это тоже лес. Господи, она мурчит. Я думала, у меня компьютер заглючил. О, молочный ледник. Судя по всему, молочный айсберг. Судя по всему, мы молочко будем. А коровок нам не дадут, да? Так, деревья. Но мы же не яблоньки будем. Я просто думала, что тут прям деревья, деревья. Так, я хотела посмотреть раньше. Грампи нет. Где-то у нас тут было... Вот, хлопковая долина. Да, но это прям, конечно, далековато. Это тут, если отдельно делать. Ладно, мы, по крайней мере, будем знать, и не так уж и дорого стоит деньги, хотел сказать, стоит земля. Поэтому замечательно, пока так. Пока попробуем взять все, что можно из нашей земли, а потом уже будем расширяться, ну, когда уж совсем места не останется. Ты когда там... Да... О, чуть-чуть осталось. Мы как раз с коробочкой. Пока насобираем хлопок, как раз у нас сейчас коробочки сделать. Смотрите, даже следы. Отлично, исследовано. Сейчас, подожди, мы чуть-чуть хлопочку пособираем.
хлопушку. Вот здесь отлично. Много, прям много. Так как мне надо, все соберу, все росточки мои. Можно и, в принципе... Ух, как много тут хлопка. Да, можно... Новый тип товара. Да кто там такой шустрый? Подожди, мы не успеваем строить магазины. Мы популярны. У нас уже сеть, катасеть. А, так, ну вот еще чуть-чуть. Все, я разогналась. Да, ладно, еще вот здесь вот, вот так вот. Вот просто... Ну, вдруг поля будут побольше. Мне нравится. Я тут, видите, везде найдем ферму. Так, сейчас будем строить коробкоделы. И тут какой-то... Блин, что за рыбу хотят? Ёшки-матрёшки, кто такой наглый? Кто хочет? Вот, наконец-то! А, и можно... Как это работает? А, их можно улучшить... Не поняла, можно улучшить докоты... А ну-ка, а давайте нажмем. И что? Слушайте, а довольных всего четверо. Стало. Было больше. Дорого? Кот-оптовик появился. Хочет коробки. Да подожди ты с коробками. А вот как можно улучшить докот-инженер? Как это сделать? Вот я нажала. А, это конкретных, наверное. Да, наверное, вот их можно как-то... Пока непонятно, но очень интересно. Ладно, давайте... Что мы? Давайте. Давайте... Блин, рыба. Давайте с коробками разберемся, потом с рыбой. И вообще непонятно, почему они недовольны. Е, возможно, реально... Ой, цены большие. Чего вы недовольны-то? А ну-ка. Да, медь перестали покупать. Что-то им не нравится. А что вам не нравится? Простите, я ее... А, ну у меня ее сейчас много. Может быть, кстати, в исследованиях где-то. Так. Не здесь. Здесь у нас хранилище данных. Итог сделки. Вот так ли. А, он пришел за клубочком. И типа лишь три. Вот непонятно, кстати, вот здесь. Пришел. А, ему денег, наверное, на клубочки не хватило. Он пришел за тремя клубочками. А у нас клубочки почему? По-моему, по одной... А, по две монетки, наверное. За тремя клубочками он пришел. Это надо было 6, а у него было 3 всего, да? И они, получается, недовольны. Но с медью, кстати... Ой, такого нет. С медью же... Завершено. А что мы исследовали, прости? Оу! Мы разблокировали таверную общагу. Да подождите, я не успею. А что мы исследовали? Лабораторию. Да. Лаборатория. Здесь ваши ученые пишут научные статьи, которые понадобятся для более продвинутых исследований. Подожди, давай возьмем маленькую паузу. Это мы видели. Рыба. Да, и рыбу нам надо... На мелководье. Для этого нам нужно рыбное местечко. Рыбное местечко. Ну, давай мы исследуем твое рыбное местечко пока. А где рыбное местечко? Да подожди ты. Тихо, сказала, не мешай думать. Так, рыбное местечко. О, мы можем производить потом росточки хлопка. Классно. Так, удобрение. Да, я очень хотела удобрение, но нам нужно рыбное местечко. Где тут у вас, простите, рыбный сборщик яблок, бетономешалка, подушка дел, веревка плет. Так, даже вот не вижу. Длинный манипулятор. Так, ну вот здесь это всякие яблоньки, еда. Ну вот... Что-то я прям вот не вижу. Где же у нас манипулятор катозапросов? Тройной сплиттер, спальное место. А, вот, рыбное местечко. На шланчусе. Так, для этого нужно сборщик яблок,
коробочное бюро и потом рыбное местечко. На удобрение, наверное, тоже надо. Давайте сначала удобрение, потом пойдем тогда сборщик яблок, вот это вот-вот, и вот это вот оно, все. Так, награду мы получаем. Вот, да, исследование, удобрение, когтеточка, все, идем по этому. И давайте посмотрим тогда, что мы не здесь, мы вот здесь, мы таверна и общага. Ну-ка, ну-ка. А, здесь... А, это не новое, это таверна. Давайте посмотрим. В таверне нанимаем? Я думала, это будет какая-то развлекушка. Любой кот ученый мечтает работать в котоводе. Просто нажмите кнопку «Кандидаты», если текущие кандидаты вам не подходят. Ага, следующие кандидаты. Что посмотреть следующую группу кандидатов? Так... Таверна. Здесь вы нанимаете ученых для ваших лабораторий. Мы ее еще не построили. У каждого ученого свой набор навыков и перков, которые влияют на общую скорость исследования. Максимальное количество ученых ограничено количеством свободных комнат в общаге. Вот как. У всех ученых есть стоимость найма в дополнение к ожидаемым по зарплате. Вы можете полностью изменить набор доступных для найма ученых за деньги. Так, окей. Понял, принял. Гарфилд, Олег, Сатоси, кот Олег. Именно так я его себе представляла. Так, общага. Пока у нас доктор Кац. И мы можем нанять еще одного ученого. Для того, чтобы расширить, в общем, слава богу, ее ставить не надо. Это все так, это... Ну, они прям мурчат тут, вы посмотрите. Ладно. Ёпта, прям столько информации. Знаете, что мне нравится в этой игре? Что ты вроде уже такой все разобрался, и через какое-то время опять появляется что-то новое, и ты такой, да ладно, и это тоже можно. В общем, это прям классно, мне нравится. Я вообще хотела посмотреть совсем другое. Вот, статистику я хотела посмотреть. Отчеты о проблемах. Недовольные коты. Вот, чё... А, ну понятно, у вас нет товара. А вот можно как-то посмотреть на цены. Допустим, ща. Меди добыта, заработано на меди. Меди не используется. Среднее качество добытой меди. Меди запрошено, меди продано. Среднее качество проданной меди, всего добыто меди. Хотя посмотреть, дорого им или недорого. Просто чё они там недовольны-то такие? Текущие деньги, доход фабрики, полученные чаевые, доход от магазинов. Ну, наверное. Раз они берут, значит, и недорого. Так что всё нормально. Так, погнали. Надо коробки, да? Да. Коробки? Или что мы хотели? Коробки у нас появились. Да, мы сейчас высадим хлопок, во-первых. Пусть он растет. Вот, значит, 3, 4, 5. И вот здесь у нас же... Подожди, 3. Да. Так, 3. И погнали. Вот одно полюшко как раз. Да, есть у нас, ну вот... И 5. Да, вот это вот одно полюшко как раз вот здесь может этот стоять. Хотя можно расширить, я как обычно. Ну, еще чуть-чуть, еще можно расширить и вот здесь поставить. А можно один... Короче, ладно, пусть одно поле хотя бы растет, уже хорошо. Если что, можно будет вот здесь поставить и еще вот здесь, например, поле сделать. Тут еще железо у нас. Окей. Так, погнали. Пока пусть на паузе стоит, а то они разогнались. А, у нас новый вид котов. Бабушкошка. Ты же моя хорошая. Самые милые кошки, которые могут заглянуть к вам на фабрику, часто появляются в день шипоголика. Всегда добрые и невероятно сильные. Так, для инженеров у нас все. Вот нам кому нужны коробки. Нам нужны коробки для обычных котиков. Давайте, да, мы решили же, что будем с этой стороны это все дело строить. А тут пока хлопок пусть растет.
Окей, забираем самородки, чтобы тут все это дело очистить. И где-нибудь вот здесь мы сейчас организуем производство коробок. Да. Что нам значит? Ага, вот что нам нужен. Нам нужен лес. Точно. Где-то наша лесопилка. Покажи мне, у тебя 3 на 3 получается. Да, маловато будет. Значит, лес, потом где коробка, да, древесина, в коробке отдел, и получается коробка. Давайте поставим сразу. Просто мы, наверное, лес тоже будем, получается, высаживать. Ну, получается, что так, вот. Потому что тут у нас, не могу сказать, что прям много рядом. Вот здесь, кстати, подходит нужное количество леса. Но проще высадить, наверное, там, где нужно, чем где-то у меня. Я могу вот так, конечно, сейчас сделать и ее поставить вот в эту сторону. И вот здесь, например, сделать производство. Но тогда аж манипулятором вот сюда тянуть. Мне проще высадить вот здесь нужное количество леса, и пусть оно растет. Так, сейчас, где у меня коробка дел? Мы уже сделали один, нет? Грузовые доки, наверное, не сделали. Давай, производство. Вот он ты, коробка дел. Делайся, пожалуйста. Мы вот на тебя сейчас посмотрим. Ты... Ой, да ты вообще малюська. Просто малюська. И мы можем тебя тогда прям... Вообще классно. Места много не занимаешь. Допустим. Допустим, мы тебя поставим вот сюда. Я просто думаю, вдруг два понадобится. Я не знаю, с какой они там скоростью будет. А здесь у нас... Подождите, блин. Внизу нет леса. Может быть, снизу наладить, раз такая малепусина у нас. Вот здесь бы я закрыла промежуточек. Здесь внизу прям нет деревьев такого количества, которое мне надо... Слушайте, ну вот, вот сюда бы вообще... А, ну а лесопилка, да, большая. Ну можно было бы вот здесь деревья высадить. Давайте пока сделаем так. Мы сейчас запустим первую линию из того, что есть. Вот такую длинную. Вот отсюда, да. Она у нас пойдет вот сюда. А потом и высадим нужное нам количество деревьев. Будем делать так, как нам надо. Чтобы вот это пространство... Будем экономить землю, в конце-то концов. Кто ж разбрасывается землей, тем более на Марсе. Вот. Вот здесь поставим коробкоделы, а вот здесь вырастим лес. И отсюда прям напрямую, например... У нас пойдет. Хотя вот здесь и магазин. Отличное место для магазина следующего. Тоже, кстати, как вариант. Лесопилочка. И пойдет у нас в коробкоделочку. Так. Будет стоять здесь. Может, перенести потом можем. Почему нет-то? Когда да. Вот. И теперь нам нужны транспортеры. Так, зачем опять? Оп, вот так. Нам надо... Можно было, конечно, напрямую. Ну, ладно. Не буду под землей все засорять. Так. Это у нас временное решение, чтобы уже пошло производство коробочек. А мы пока вырастим лес. Мне так нравится. Мне даже нравится вот так... выращивать. У тебя где вход? Прости. Вот здесь, наверное, да? Так даже прикольнее, что не просто ты берешь, а есть возможность вырастить там, где тебе это надо. Прям классно. Так. А ты... Подожди. Здрасте, приехали. А чё у тебя вход какой-то кривой? Ладно. Ну и ладно. Кривой вход. Так, сколько делать? Ой, за 10 секунд делают. Сейчас, надеюсь, пойдет. Пойдет дело. Давай. Вот сюда. Ну, пусть будет так хотя бы. А оно так не будет. Блин.
Вот так тогда. Ну, потому что тут слишком близко. Можно было, конечно, Ой, ладно, все, не буду переставлять. Так, ну, в целом, давайте посмотрим, как это работает. На зарядку сидеть подолгу очень вредно. Разомнитесь чуть-чуть. Идеальная игра. Так, появился новый спрос. Походу, бабушка хочет яблочек. Ну-ка, как это происходит у нас? Ну-ка, ну-ка. Во, срубила. И дерево заново растет. Классно. Да, он прям не под корень же, а вот. Ну, в общем, как с хлопком. Давайте проверим. А я могу кататься? Блин, не могу. Так, пошло дерево. Оп, оп. Ну, 10 секунд прошло уже. Давай, давай. Крути-верти. И коробочки. Так, у нас исследование завершено. Все, коробки пошли. Пошли, мои хорошие. И что у нас? На коробке, во-первых, мы дерево берем точно... Сколько? Блин, коробки должны быть дороже, да? Потому что... Ну, они должны как хлопок, наверное. Может быть. А, нет, для оптовика меньше. Для оптовика по одной. Вот нормально. Да, он же приходит оптом. Оптовые цены должны быть всегда дешевле розничных. Давайте подумаем. Мы тут деревья срубаем, тут хлопок. И по сути... Ну, тут тоже, как бы можно сказать, хлопок. Мне кажется, ткань должна быть дороже. Все, огонь. И я получила... Ачивку получила. Я молодец. Все, коробочки у нас идут. Смотрите, клубков как много стало. Ну да, в целом вообще замечательно. Потому что новый товар и, соответственно, предыдущие меньше берут, наверное, так. Да, яблочки. Кто у нас там хочет яблочки? А, коробка с яблоками. Это коробка плюс яблоня. Обалдеть. И кто? Ну-ка, признавайтесь, кто хочет яблоки? Ну, я ж сказала. Бабуш-кошка. Бабуш-кошка хочет яблоков и хлопок. Для бабушек надо... Ну, она, кстати, хлопок... А у нас продается? Нет, у нас в инженерах только хлопок. Ну, в общем, для бабушек надо будет отдельный магазин строить. Так, ну, производство коробок мы уже запустили. Надо будет сейчас, во-первых, посмотреть... Это я хотела просто закрыть. Вот, достижение. Кстати, забираем награду. И сколько у нас денег сейчас? Ну, не так, чтобы много. А, ну, потому что мы там... изучаем. Но зато у нас на какой-то уже город почти хватает. Что мы изучаем? У нас сборщик яблок. Как раз, кстати, очень хорошо. И коробочное бюро. А что делает коробочное бюро? Коты могут зайти и протестировать коробку в этом здании, если этот товар есть в их пирамиде довольства или находится в списке массовых покупок. В этом случае кот с некоторой вероятностью будет готов заплатить за товар больше обычного. О как! Также существует шанс повысить лояльность кота. Классно! Слушайте, а может быть тогда получается... А, по поводу цен. Давайте-ка посмотрим, где у нас тут коты наши. Видите, стали не очень. Да, наверное, мы слишком дорого. Хорошо, допустим. Давайте сделаем и посмотрим, увеличится, потому что товар сейчас есть в наличии, это точно. Давайте посмотрим. Сделаем, например, для клубочков мы сделаем один, для коробок два, для ткани три. Вот, мне кажется, нормально. Ну ладно, пусть будет клубочки и коробки по одному, ткань по два. Вот так. Может быть, будет больше брать. В общем, попробуем так поиграться. И посмотрим, насколько вот сейчас у нас... Потому что было у инженеров... Смотрите, у инженеров то же самое. У них было поровну. Они были очень довольны. Цены изменили, они стали недовольны. Поэтому давайте посмотрим, как здесь это будет развиваться. И для инженеров тогда тоже сделаем хлопок один, два. Ну и медь пусть будет два. Вот так, например. Мне кажется, то, что должно... Хотя оно просто добывается. Может быть, то, что просто добывается,
по единичке, а то, что производится по двойке, так сделать. Ну, в общем, пока попробуем так. Посмотрим, будут они довольны, наши котики. В любом случае, нам еще... Ну, тут, кстати, подовольнее стали. Много всего делать для клеркотов. То есть спрос пока есть. Я думаю, что регулировать цены имеет смысл, когда вы уже, у вас есть все товары для всех котов, и нужно открыть что-то дальше в пирамиде. Вот тогда это, мне кажется, имеет смысл. Ну, в общем, не будем пока задирать цены. Пусть стоят, как стоят. Так, ну что... Предлагаю на этом закончить, потому что я забываю о времени. С этой игрой мы много сегодня сделали. Мы магазины заменили, наладили вот производство. У нас теперь тут все работает. Новое поле хлопковое. Коробочки начали делать, пооткрывали. Вот, кстати, удобрение у нас уже появилось. Да. И мы, в принципе, готовы для следующих магазинов. Я думаю... В следующем видео мы обязательно попробуем, как работают удобрения. Построим два новых магазина для клеркотов и для бабушкошек. Вот, попробуем и яблочки делать, и когтеточки. В общем, все это нас ждет в следующем видосе. Так что следите за уведомлениями. Ну а на этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Пишите, что думаете. Всем пока-пока!